Добрий вечір, в ефірі телекомпанії «Ніст ТВ», як завжди в цей час, програма «Добрий вечір» і наша гостя сьогодні Олена Кисельова, депутат Миколаївської міської ради, голова фракції «Європейська солідарність». Добрий вечір. Добрий вечір. Итак, Елена Васильевна, рада приветствовать вас в нашей студии. Есть, по большому счету, две темы для сегодняшнего разговора. Во-первых, на прошлой неделе сессия Николаевского городского совета перераспределила бюджет города Николаева и определилась, как город распорядится почти 70 миллионами гривен. А второе, собственно, на завтра назначено следующее пленарное заседание этой же сессии, и там тоже есть о чем поговорить. Поэтому, если не возражаете, начнем уже с тех решений, которые состоялись. В принципе, в средствах массовой информации опубликован перечень объектов, которые будут профинансированы вот, собственно, в рамках этих перераспределенных 70 миллионов. Как оцениваете это решение? На 3,5 по пятибалльной системе. Почему? Ведь на самом деле там больницы, школы, детские сады, Карпенко-Крылова, транспортная развязка, подключение троллейбуса на Намыве, чего тоже давно ждут жители Заводского района. В принципе, все нормально. В принципе, неплохо. С учетом того, что еще на два, скажем так, социальных проекта, которые лично мне были интересны, это кризисный центр для жертв насилия и музыкальная школа номер 8, тоже туда выделены кое-какие деньги. В принципе, можно считать его как бы лично для меня удовлетворительным. Но почему говорю про 30+, потому что мне кажется, не до конца органы исполнительной власти и мы, как депутаты, не до конца проконтролировали, наверное, вопрос касательно частных предпринимателей, не предусмотренные им льготы пока по единому налогу, хотя, наверное, это в той существующей реальности нужно было бы сделать. А для того, чтобы это иметь, мы должны были бы понимать, где мы опять экономим средства. Не прозвучало на сессии, но потому что в силу объективных каких-то причин мы не услышали момент экономии, которые должны были быть понятны и прозрачны. О какой экономии я говорю? Это содержание осветительной галузи, да, потому что во время карантина мы детей в школы не возили, не кормили, процесс шел, скажем так, помещение не нужно было отапливать, потому что все были на удаленном доступе, и немножко у нас поменялась, скажем так, концепция обучения, да, и в принципе должны были бы сэкономиться какие-то средства. Какие средства и в каком объеме мы можем понимать только за счет внутренних перераспределений, но это снова было, скажем так, очень поверхностно показано и детально понимать, что все учтено, у нас нет такой, скажем так, уверенности. Далее, почему я пессимистически до конца отношусь к этому бюджету, он хороший, если, скажем так, в ситуации, когда ничего не происходит, но мы с вами понимаем, что мы живем во время условной турбулентности, да, все-таки проблема с коронавирусом никуда не делась, и мы должны понимать, как мы поддерживаем жизнь, обеспечение, те же карантинные мероприятия в следующие там периоды. Более того, мне кажется, наша обязанность была бы учесть момент того, что мы переходим в стадию, если все будет нормально и не будет никаких, скажем так, очень жестких там увеличений по заболеваемости, все-таки мы входим в стадию предвыборного процесса, да, и мы понимаем, что выборы и после выборья это будет сложный период уже для нового депутатского корпуса и тоже вызовы 1 сентября, подготовка к отопительному сезону, они должны быть сегодня, наверное, продуманы нами. То есть какой-то финансовый ресурс должен был быть сформирован, или как минимум хотя бы понимать, откуда будут источники. А источники, единственное, мы не можем рассчитывать на доходы уже бюджета, потому что они немножко, если выполняются, то слава богу, то есть уже перевыполнения 100% не будет. Значит, мы должны понимать, опять же, за счет чего мы экономим. И почему я говорю, что этот бюджет мне нравится, отчасти нравится, а отчасти я им недовольна, по причине того, что продуктивной экономии и рационального использования бюджетных средств я не вижу. Мы живем и гуляем вот так вот, как вроде бы все хорошо.
как вроде бы нет каких-то проблем и новых вызовов. А я прекрасно понимаю, что 1 сентября, очевидно, уже по тем предпосылкам, оно будет уже для нас с вами не в стандартной форме. Опять же, идут речи сегодня о том, что будет дальше запроваживаться онлайн-обучение. А это очень большая, серьезная нагрузка на те семьи, где и много детей. Вот у кого-то там психика у родителей не выдерживает, у них один ребенок. А представьте, это если семьи со сложными жизненными обстоятельствами, если это семьи, где дети на воспитании находятся. То есть вот эта часть населения, вообще их проблемы никто не знает. А с учетом того, что динамика нашей обычной жизни меняется, то, наверное, эти интересы нужно просчитывать и учитывать. Дальше. Мы с вами, опять же, закладываем деньги в бюджете на питание с 1 сентября. Будет это питание или нет? При этом у нас мы говорим о том, что мы должны содержать коммунальное предприятие, которое занимается общественным питанием, да, а детей там нет. И получается какой-то парадокс. Вроде бы там и люди работают, им зарплату нужно выплачивать, но тем не менее они не задействованы в обычных процессах, и то есть мы, получается, им делаем добро за счет других налогоплательщиков. И вот такие вещи, в принципе, должна модерировать и синхронизировать местная власть, понимая, вот где, скажем так, тонко, где нужно подлатать, где надо наоборот кусок вырезать и зашить по-новому. Потому что если мы говорим о своих предприятиях, мы же можем мобильно их перестраивать, скажем так, концептуально. Готовили в школы, теперь они будут готовить какое-то в другие места, там это социальные какие-то проекты. Потому что мы понимаем, будут реально сложности. Год этот будет с осени, он будет достаточно тяжелый. И органы местного самоуправления должны были бы к нему подготовиться. Но парадокс всей ситуации заключается, что это год выборов. Хорошо. Собственно, продолжая то, о чем вы говорите, возникла такая заочная дискуссия очередная между городским головой и главой областного совета вокруг того, что Николаевская областная инфекционная больница до конца года на зарплату больница просит профинансировать областной совет, изыскать порядка 36 миллионов гривен. Собственно, в этой студии глава областного совета сказала, что точные цифры пока непонятны, но в принципе хорошо бы, чтобы город подставил плечо и, собственно, участвовал в софинансировании, в решении этого вопроса. Городской глава говорит, что пока официального обращения от областного совета нету, но если такое обращение будет, городской совет должен будет его рассмотреть и принять какое-то решение. Но из того, что вы говорите, я так понимаю, что резервов-то особенно нет. Да. Вот проблема в том, что может наступить такой момент, как я говорю, о том, что у нас будут реальные проблемы. А мы к этим проблемам не подготовились за счет того, что не саккумулировали какие-то средства. А все, что было ранее в резервном фонде, да, или то, что мы планировали в качестве бюджета перевыполнения, оно уже все потрачено сегодня там на лампочки, фонарики, фонтанчики. То есть на все красивое, но вот нужно ли это в критическом моменте будет, я затрудняюсь уже на этот вопрос ответить. И парадокс заключается в том, что мы уже изменить ничего не сможем, потому что машины времени ни у кого нет, и сказать потом, а туда не нужно было тратить, а нужно было бы подумать об этом, у нас уже не будет такой возможности. Есть такое неприятное слово «секвестр». Да. Если вдруг что-то, то потом в сессии городского совета, очевидно, придется принять решение, что, уважаемые друзья, мы 17 июня 70 миллионов потратили заложили эти расходы, а теперь мы не можем их профинансировать, мы изымаем у вас деньги. А теперь смотрите, как у нас получится. Те объекты, которые вы говорите социальные, и срок платежей, который наступает на сегодня, на завтра, и нужно к выполнению, они не будут профинансированы, потому что по состоянию на июнь месяц мы как городской бюджет, через исполнительные органы потратили на плитки, на скамейки, на покос газонов и на всякие нужные для города вещи. Нужные, я тут немножко сарказмом говорю. Поэтому у нас нет такого разумного планирования о том, что сказать. Давайте вот эти
банальные мелочи, которые они, наверное, могут подождать, сложим пока, ну, там, в задний ящик и подумаем, что, может быть, мы эти деньги заложим в резерв. Опять же, сегодня, я уже не на одном эфире говорила о том, что сегодня приоритетное направление – это медицина, и дальше все, что связано с медициной, но это вопросы безопасности. Нужно понимать новые модели, извините меня, соблюдения тех же карантинных мер в обычных учреждениях, в том же самом, ну, как пример, вот горосполком. Людей нужно принимать? Нужно. Не могут они бесконечно стоять на улице? Функционал нужно выполнять? Нужно. Значит, нужно придумать, это в каждом уважающем себе учреждении должны быть проработаны новые модели, скажем так, ну, сохранения безопасности для своих работников. То же самое кварцевание, дезрастворы и все остальное. Это сегодня, к большому сожалению, становится нашей обычной жизнью. И дальше мы должны понимать, ну, дай бог, чтобы мы преодолели эту историю через год, там, через два, потому что я не хочу посвящать этот эфир коронавирусу, потому что у кого-то это теория заговора, у кого-то это действительно проблема, мнения разделяются. Но тем не менее, ответственные люди, которые отвечают за жизнь и безопасность неопределенного количества лиц, они не могут к этому относиться с игнором. То есть это нужно просчитывать. И мы точно с вами все знаем, что какой бы просчет ни происходил, под это нужен финансовый ресурс. И его нужно планировать и резервировать. Когда мы говорим о секвесте, июль месяц, ну сегодня 22-е, тут неделя туда-сюда, это уже июль. Давайте разумно с вами смотреть, когда может быть сессия собраться на так называемый секвест. Ну в идеале может быть это август. Это если чиновники все просчитают, чиновники подумают и поймут. Но пока я у них прозрения такого не вижу. Хотя по большому счету по состоянию на прошлую неделю мы принимали бюджет, у нас же были заложены деньги даже на детское оздоровление. Будет это детское оздоровление, уже месяц прошел, то есть априори его уже не будет. Но я прошу прощения, из того, что мы слышим сегодня, вот буквально из официальных комментариев, детское оздоровление отменено. Да. Отменено. А деньги есть? Тендера проведены? Куда эти деньги пойдут? То есть надо понимать, как мы поддерживаем те семьи, которые, может, нам вообще придется, извините меня, переводить КОП на какую-то систему социального питания и готовить обеды и куда-то их там раздавать. Ну, мы не знаем, какой год нас ждет. И такой, какой он будет, ну, предыдущих не было. Точно какие-то должны быть оригинальные решения, направленные на, скажем так, я не говорю на улучшение там жизни людей, а на поддержание людей. И об этом нужно думать сегодня. Вы так немножко вскользь коснулись темы возможного продолжения, расширения, нового расширения карантинных мероприятий. Да. Вот, собственно, мы записываемся на момент записи. Сейчас 17 часов 22 июня. Час назад, в 16 часов, городской голова у себя в Фейсбуке сообщил, что умер еще один николаевец 1970 года рождения. Ну, действительно, с одной стороны, мы как-то все уже вроде и расслабились, но с другой стороны, вот это вот тревожные цифры, да, они же каждый день появляются, они то растут, то падают, вот, собственно. И вполне возможно, что придется местным органам власти принимать непростое решение по поводу введения карантина здесь, в городе Николаеве, городскому совету. И это самое, смотрите, самое лукавое, что могло сделать центральная власть на сегодняшнюю дату. Потому что у нас ситуация с коронавирусом, мы все с вами свидетели, да, этой живой истории, с 15 марта. Вот у нее была динамика, скажем так, усиление какое-то, да, потом кульминация, потом вроде бы все пошло на спад. А теперь в результате после этого спада происходит усиление. И смотрите, как технологично сделано. Типа получается, что умные ребята, конгениальные, выполнили все какие-то там хорошие мероприятия, у них все было хорошо. А теперь, когда все начинается совсем быть плохо, то это вешается на шею, центр принятия в местных уже советах. Мы с вами помним, это год избирательный. Ведь я понимаю так, если вы перекладываете ответственность, как бы это с моей стороны плохо не звучало, тогда, значит, принимайте решение о переносе даты выборов. Потому что нельзя совместить, извините меня, Горбатова с ровной поверхностью. Вот мы, некоторые хотят остаться такими чистоплюями хорошими, но в это время, мы же помним, с марта месяца были проварены часть мероприятий, потрачены, мы как все с вами разумные люди понимаем, что те деньги, которые были в бюджете, и причем центральных и местных, они уже потрачены, простите меня, на бог знает что, не на совсем нужные и не на эффективные вещи. И что мы по итогу входим? Мы входим в самый сложный период
финансово, скажем так, он самый дефицитный, и плюс еще накладка местные выборы. Как вы думаете, вот эта растяжка такая, она к чему приведет? Она приведет, к спекуляциям, когда местные советы будут стоять перед выбором. Или действительно защитить людей и ввести непопулярные меры, а это ответственно, но мы тогда отвечаем за жизнь людей. Но тогда мы точно понимаем, что мы сжигаем свои симпатии. Ну, скажем так, если будь моя воля, я бы поступала именно так. Потому что делай то, что ты должен сделать, а там будь что будет. И неважно, как это сегодня будет оценено современниками. Но я боюсь обратного. Скорее всего, ситуация будет с точностью да наоборот. Что будут определенные заигрывания, что будут определенные, боязнь принятия некрасивых решений, непопулярных решений, вернее. Поэтому мы с вами будем жить, и нам предстоит выжить в этот период сложный. Период сложный как с информационной точки зрения, как создание легенд, мифов и всяких, криволтунков, так и со стороны финансовой, ну и плюс критический непрофессионализм на разных элементах власти, он сегодня приведет нас, наверное, к очень плохим вещам. В части Николаевской области у нас вообще достаточно сложная ситуация. Рядом с нами Одесская область, а это область-курорт, где со всей территории Украины рванули туда отдыхающие. Мы же понимаем, что сообщение у нас, мы как соседи вообще, очень близкие соседи. Дальше у нас Коблево, Рыбаковка, Луговое. То есть мы та область, в которую приедут наши внутренние туристы. С одной стороны, для кого-то это хорошо, это дополнительные источники пополнения дохода, бюджета или еще чего-то. Но если мы говорим о времени карантина, это вызовы. Насколько мы к этому готовы, я не хочу никого накручивать, но мое внутреннее ощущение никак. А давайте посмотрим на Север область, Южноукраинская атомная станция. Да. Вот сегодня прошла информация, что все 100% коек, которые были предназначены для тяжелых больных COVID-19, в Южноукраинске уже заполнено. Да, я дальше не хочу просто рассказывать ту информацию, которой владею я, потому что у меня, в силу, наверное, дружеских отношений с руководителем областной инфекционной больницы, меня это реально интересует. Я понимаю, что время успокоиться или сказать, мы сделали все, у нас вообще такое время не то, что не наступило, не наступила даже перспектива этого времени. Более того, я настаиваю на своей позиции о том, что, тучи сгущаются. И вот сегодняшнее затишье, парки, скверы, гулянки людей, это как затишье перед бурей. Как бы ни началось, извините меня, самого плохого. И потом мы опять будем искать виноватого. А в этом виноваты только случилось уже так, как случилось. Завтра на 11 часов назначено очередное пленарное заседание сессии Николаевского городского совета. Соберутся депутаты, как вы думаете? Я почему спрашиваю, потому что предыдущее пленарное заседание так впритык вообще-то было. Да, очень был впритык. Но у меня есть, сомнения насчет кворума, но вера в здравый смысл тоже есть. Что вопрос... повестки дня? Александр Федорович анонсировал то, что одним из ключевых вопросов, по сути, пока он единственный, который мы должны рассмотреть, это очередная проблема на коммунальном предприятии Николаев Теплооблэнерго. Это наш поставщик тепла и горячей воды. Мы все помним историю в прошлом созыве, когда были митинги в зале и требования выплат заработных плат. Сегодня парадокс ситуации в том, что опять у предприятия те же самые проблемы, объективные они или субъективные, сейчас мы об этом с вами не говорим, но если эти проблемы повторяются, то значит что-то не так. И сегодня я скажу, свою окрему думку, почему-то был проведен аудиторский анализ деятельности предприятия, но отчет депутатам предоставили после вторника прошлого пленарного заседания. Хотя, я просто не взяла его с собой, один из выставков аудиторов звучит для меня, парадокс, это действие исполнительной власти. Уже аудиторы пишут о том, что донесите о проблемах, существующих на предприятии, до ведома, властника в лице Миколаївської міської ради.
Тобто уже аудиторы, когда изучают деятельность компании, говорят о том, что вам, как собственнику, нужно принимать какие-то управленческие решения. И это нигде, скажем так, особо не анонсируется, нигде не стучат в колокола. Колокола стучат только одном: дайте денег, дайте денег, дайте денег. А то, что там, скажем так, ситуация, которая будет постоянно требовать финансового дотирования, это уже факт. И чем больше кредитов это предприятие берет, тем больше долгов у нас с вами, как у налогоплательщиков, и тем больше еще вливаний из бюджета им нужно. Я прошу прощения, завтра вы что должны, за что проголосовать? Завтра мы должны очередной раз спасать ситуацию, потому что у предприятия стоит вопрос о невыплате заработных плат, и для того, чтобы покрыть эти расходы, им нужно взять очередной кредит. Вот. То есть сейчас не городской бюджет будет дотировать? Нет, это будет конкретно анализ ситуации и возможности получения внешнего заимствования. Именно на зарплату? Да. Да, это вот мы ровно год назад, по-моему, даже чуть больше с вами говорили о том, что это бесконечная история. Нет, я прошу прощения, те цифры, которые называли, собственно, ну и мы пережили отопительный сезон, и там достаточно все это живо обсуждалось, и общественное мнение получило, ну, собственно, мы все получили достаточно подробную информацию. Речь идет о том, что предприятию по году будет все равно не хватать десятки миллионов гривен, там под 100 миллионов гривен разные цифры назывались. Ну, они, собственно, прямо об этом говорят, это не новость. Да, но только они забывают говорить о том, сколько они денег получили по кредиту, как они их расходуют и зачем вообще вся эта история нужна. Но сейчас мы эту тему не обсуждаем. Это тема для профессионалов и для принятия конкретного сухого управленческого решения. Но из того, что вы говорите, я так понимаю, что если кворум соберется, дискуссия такая, она будет достаточно горячая. Я думаю, что дискуссия будет достаточно горячая, потому что, скажем так, уже немножко наболело и накипело просто быть, скажем так, болванчиком, который дал денег — плохо, не дал денег — тоже плохо, всегда виноваты. Всегда никто, исполнительная власть типа замечательная, а какие-то там вот депутаты злодеи. Депутаты злодеи даже не знают о проблемах исполнительной власти. Выйдите публично, скажите, как я предлагала это прошлые годы. Если у нас цена на тариф такая-то, если ее не хватает на покрытие экономически ее не хватает на затраты, значит, давайте будем говорить. Мы это предприятие дотируем с целью для того, чтобы сохранить этот тариф. Но тогда все налогоплательщики города Николаева встанут, скажем так, в такую позицию, они будут знать о том, что ежегодно для того, чтобы кто-то имел стабильное тепло в квартирах, все жители города должны скинуться там в размере 60, 80, 100 миллионов. И это наша постоянная нагрузка. Она будет расти с ростом и индексацией заработной платы. И тогда все становится на свои места. Нам не нужны будут ритуальные таранцы, которые будут рассказывать про какую-то мнимую модернизацию. Мы набрали, извините меня, кредита для того, чтобы что-то экономить. В результате этой экономии мы должны каждый год давать еще 100 миллионов. Но это, знаете, это наша песня «Гарно ново, починаем мы изново». Я удивлен, извините. Николаев электротранс. Да, коммунальные предприятия. Это черные дыры бюджета. Да. Ну, точно так же деньги, которые собираются в бюджет со всех, перераспределяются на предприятия, которые обеспечивают часть николаевцев в определенную услугу. Но мы же уже согласились. Мы с этим согласились, но мы не поменяли, скажем так, модель управленческих решений. Потому что если нужна дотация, то тогда давайте, значит, придумаем каждый раз ежегодно, мы как собственник планируем себе, какой у нас дефицит по данному предприятию, сколько мы туда средств отдаем, а потом за каждую конкретную копейку мы спрашиваем. А у нас получается, мы дали 100 миллионов, теории на зарплату, кто там что купил, кто куда потратил, кому какую премию, все размазалось и поехали дальше. То есть если мы оплачиваем зарплату сотрудников, окей, тогда не рассказывайте, что эти предприятия что-то зарабатывают. А тем временем остаются же нерешенными сотни земельных вопросов. Они же так и тянутся. Собственно, скоро год уже. Год с августа месяца была первая. Рекордная сессия, собственно, и она продолжается. Ну, я не знаю, вы заметили, там вообще произошла фантасмагория с земельными вопросами. Ну, я не просто заметил, собственно, комментируя, заметил не только я, скажем так, комментируя 17 мая после июня, после пленарного заседания, городской глава пообщался с журналистами, он там рассказал, что, собственно, да, действительно, вот там сейчас разбирается. Что-то происходит, да?
разбирается профильные подразделения исполнительных органов власти сейчас с этими вопросами, пересматривает их на предмет законности, соответствия реально существующей на сейчас ситуации. Но городской голова высказал оптимизм, что сессия городского совета вместе с ним, он подчеркнул, я часть, я не отделяю себя от депутатского корпуса, мы в течение месяца снимем все эти вопросы с повестки дня. Разделяете ли вы его оптимизм? Смотрели ли вы это интервью? Разделяете? Не передернул ли я чего-нибудь? Смотрите, интервью смотрела отчасти, но у меня, наверное, вызвало это немножко другое ощущение, потому что быть, скажем так, пятилетку без вины виноватой, наверное, это тоже вкладывает какое-то, скажем так, уже внутреннее ощущение. Насчет земельных вопросов. Как бы комично это звучит, когда исполнительные органы, те, которые, в принципе, инициируют вынесение вопросов на сессию, через год после этой инициации снимают эти же вопросы для того, чтобы посмотреть там в силу каких-то там вновь выявленных обстоятельств. Я вижу внутреннюю логику, за год все могло сильно поменяться. Так, так вопрос же в том, что ключевая фраза у нас, за год может быть что-то и поменялось, но заявитель подает, скажем так, пакет документов на текущую дату. Там есть такие нюансы, сроки, пакет документов, который должен быть. То есть даже если через год произошло что-то, то вот этот пакет не может рассматриваться по обстоятельствам на текущую дату. Он по большому счету решение должно было быть принято в течение того месяца, подготовленное и принято. Но сейчас речь не об этом. Скажем так, если Александр Федорович оптимистично смотрит вперед насчет земельных вопросов, я не буду, скажем так, сбивать темп, я тоже хочу в это верить. Более того, я считаю, что большинство нерешенных сегодня вопросов в том здании, да, на Адмиральской 20, это плохая организация процессов, реально. То есть пока вопросы не, скажем так, систематизированы, по ним нет нормальной документации, по ним нет снятых острых каких-то точек, если там есть нарушение действующего законодательства, то это вина органов исполнительной власти. В зал должна заноситься повестка понятная, отработанная всем депутатским корпусом, не вызывающая конфликтов, а конфликты должны быть в сессии закрыты только двумя, скажем так, моментами. Или кнопкой «за», проект решения, или кнопкой «против». Все остальное, вот эти истории и версии, это от лукавого. Ну, смотрите, вот в этом же комментарии городской голова сказал там практически дословно следующее, что он является сторонником такой модели, что все проблемные вопросы, как то, где там, собственно, потенциальные собственники или потенциальные арендаторы дискутируют, кому должен отойти участок. Либо люди протестуют против застройки, жители близлежащих домов. Либо там потенциально может быть застроена зеленая зона, ну и так дальше. Вот это все вынести, все, что останется, объединить в один пакет и проголосовать его. Я вам могу сказать, нормальный же алгоритм. Это называется аллилуйя. С августа месяца Лена Васильевна об этом говорит каждому второму в стенах того здания и каждому первому, по сути, на улице, который говорит о проблемах. И ура, что через год мы это услышали, и дай бог теперь именно так будет это сформировано, и так будет проголосовано. Потому что если там иногда вы слышите сессию, я все время говорю об одном, что большинство вопросов, которые рассматриваются во время пленарного заседания, это по сути формальные вопросы, процессуальные, которые должны вот просто вылетать в силу действующего законодательства, вокруг них не должно быть никаких дискуссий. Более того, я, как, скажем так, уже слабо, мало практикующий юрист, могу сказать еще одну вещь, что сегодня действующая система защиты прав заказчика, она дает возможности решать очень много вопросов через суд, когда городской совет нарушает права заказчика. Но просто у нас, опять же, в здании Адмиральская 20, каждый из структурных подразделений, отвечающий за свой участок работы, почему-то считают, что у него много операционных сестер, которые должны за них потом доделывать работу. И вот в процессе вот этого рассмотрения вопросов туда-сюда, сессии, да, выяснилось, что заказчиков, которые ожидают свои решения,
ну, то есть заявители, их даже не уведомили о вот этих вот трансформациях и перетрубациях, о том, что что-то вынесли, что-то занесли, что-то пошли на повторное рассмотрение. И смешной была ситуация, когда два управления профильных, архитектура и земля, говорит о том, что впрямую, в прямом эфире они говорят, мы взяли вопросы на повторную процедуру пересмотрения. Не существует такой модели рассмотрения заявлений. Вот просто это нарушение прав. Но у нас это возможно. Поэтому я надеюсь, что все-таки здравый смысл и, скажем так, управленческие решения победят, что в ближайшую, на ближайшем пленарном заседании мы что-то рассмотрим. Более того, касательно вопросов, которые должны быть в автоматическом режиме, сегодня горсовет, который должен быть заинтересован в пополнении средств бюджета, простите меня, они молиться должны на каждого арендатора, который, а, хочет получить землю, б, взять на себя финансовые обязательства по уплате и регулярно это сплачивать. Потому что сегодня это те крохи, которые будут позволять бюджету выжить. Уже где эти предприниматели будут брать деньги, это уже отдельная тема для разговоров. Мы помним о том, что и нормативная оценка увеличилась, и все остальное. Пакостей для бизнеса мы наделали много. Что ж, будем надеяться, что завтра дискуссия будет, будет плодотворной и дальнейшая дискуссия. Значит, земельных вопросов я пока не вижу перспективы завтра их внести в зал, потому что то, что вы сказали, то, с чем я согласилась, типа что-то подготовить, нужно было готовить до завтра. Пока процесса подготовки никакой нет. Ну, посмотрим, может. Ну, в любом случае, мы должны согласиться, что, собственно, вторая половина года будет очень непростой, потому что и выборный год. Накоплено очень много проблем. И ковид никуда не делся, и, собственно, экономические проблемы, связанные с ним, они не только не сокращаются, но продолжают, собственно. Поэтому с надеждой все-таки на некий... Надеемся на некий... Сохраняем оптимизм. Вот. Олена Киселева, депутат Миколаївської міської ради, голова фракції «Європейська солідарність», була сьогодні нашою гостею та відповідала на наші питання. Дякую, найкраще, успіхів вам. До побачення. Дякую, до побачення.